В нашем городе, как и во всей России, практически нет семей, которые бы не затронула Великая Отечественная война. Сколько судеб навсегда изменили страшные события тех лет. У кого-то дед вернулся с войны с наградами, кто-то погиб в сражениях. Но чья-то семья так и не смогла узнать, что же случилось с их родным и близким человеком. Количество пропавших без вести исчисляется миллионами. Также и прадед одной из кандалакшанок, земляков Прокофий Гаврилович, уйдя на фронт из маленького хутора в Ростовской области, оставил после себя лишь воспоминания, да пару выцветших фотокарточек. Несколько лет назад его правнучка Елена смогла найти лишь два документа. В обоих значится, что прадед пропал без вести. Правда, в одном стоит 42-й год, а во втором значится 43-й. Несмотря на то, что он пропал без вести, он все-таки ушел на фронт. Он воевал, может быть, и недолго, а может быть, и долго, кто ж его знает. Ну вот, надеюсь, что, может быть, еще когда-нибудь документы всплывут о нем. Может быть, могилу найдем. А для нашей семьи это, безусловно, герой, который сражался и за нас, и за нашу Родину. Наверное, если бы не он, меня бы здесь сейчас не было. Для акции «Бессмертный полк» Елена уже нашла фотографию прадеда, чтобы вместе с гордостью пройти в общей колонне и отдать дань памяти и пропавшему без вести Порфирию Землякову, и всем, кто принимал участие в этой великой и кровопролитной войне, чтобы вместе в 71-й раз отпраздновать День Победы. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.